25 сентября в Академии наук Республики Татарстан состоялась церемония награждения Международной премии имени Завойского. Вручение премии – это первое и наиболее значимое событие недели Завойского. Кроме награждения, планируется к проведению международной конференции «Современные достижения магнитного резонанса». В этом году обладателем премии стал профессор из Японии Такеджи Такую. Это весьма символично и значимо как для России, так и для Казанского федерального университета. Ведь КФУ активно сотрудничает с вузами Японии. Один из главных партнеров – университет Рикен. Эта премия и сегодняшний день начинает, передает старт следующего года, который, как, наверное, многие знаете, объявлен науке годом Японии и России. То есть будет проходить огромное количество мероприятий представителей российского академического сообщества на территории Японии. А японские наши коллеги, надеюсь, будут работать и на наших площадках. Для нас это особо важно, поскольку Казанский университет сегодня вплотную работает с многими японскими университетами, и центровое место здесь, конечно, занимает наше сотрудничество с научным центром Рикен. Не стоит забывать, что Завойский сделал свое научное открытие именно в стенах Казанского университета еще в 1944 году. Сама же премия была создана позже, в 1991 году, и с тех пор этой премии были удостоены более 30 ученых разных стран мира. Ежегодное вручение международной премии имени Завойского стало знаковым событием в культурной и научной жизни Республики Татарстан, ее столицы города Казани, имеющей замечательные научные традиции. Напомню, премия имени Завойского была основана в 1991 году. С тех пор почетное название ее лауреата было удостоенным более 30 видных ученых из разных стран мира. В завершение Такеджи Такуи прочитал лекцию, посвященную своим научным разработкам. Олег Кашин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.